Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то я докачал, блин, полчаса качал этих долбанных героев на двадцатку. И докачал, и мы продолжаем тест выяснения. Первый тест у нас был вот такими вот героями, кто круче. Химка или же Стрелок. Докачал я вот, как видите, героев специально до 21 уровня. И сейчас мы потестируем. Тоже все-таки лучше будет на архидемоне, потому что у нас получилась разница в 150 тысяч. То есть, ну, это несущественно, но в первом видосе можете пересмотреть, с кем был заходик лучше. Архидемон у нас, который призывает монстров и бьет по зоне. Соответственно, чтобы себя обезопасить, вам нужен космос. Так, ну что, поехали. Первый тест у нас будет со стрелком. Начинаем с огника, выкидываем всех. Перестраховочка. И пошла жара. Тыковка у нас с воодушевлением для быстрого разгона. Как показала практика, воодушка лучше, чем, как ни странно, чем руны борца. Так, ой, плохо, у нас тут нету отхила. Надо было на стрелка вцепить кого-то с отхилом, ладно. Единственное, я, может, еще и снял со стрелка эту эмблемку. Сейчас посмотрим. Там по эмблемке. Печально будет, если ее не будет. Ну хотя, в принципе, мы не тестируем максимальный уровень, мы тестируем, кто же все-таки круче. Замплем, да, это, наверное, даже будет лучший вариант. И заодно посмотрим, были герои там пятые прорывы, то есть они несущественные прокачки были. Сейчас уже у них прокачки поярче. 21-е, но они, опять же, не все герои прокачаны на 13 скилл. Ну, где-то смотрю, плюс-минус то же самое мы идем. То есть, по сути, прорыв роли не играет здесь. Ну, сейчас посмотрим, уже добьем, чтобы 100% знать. Посмотрим на стрелка, какого мы стрелка использовали. Да, что-то по времени вообще печально, я вам скажу. Или мне так кажется, или реально. Еще, наверное, хуже результат, чем предыдущий будет. Там был 4-1. Ну, 4-0-5. Где-то плюс-минус одинаково, мне кажется, идем с предыдущим заходиком. А может и нет. Должен же быть хоть чуть-чуть лучше результат, чем предыдущий раз. Вот так вот, ну плюс-минус, то есть одинаково. Сейчас посмотрим, что у нас эмблемкой там было. Так, с эмблемка. Да, видите, эмблемы не было. Хорошо, значит, на химке убираем тоже эмблемку. И она должна показать результат лучше, чем там. А, у меня уже прокачки даже некоторые. Ну, сейчас, секунду, то я сегодня кто-то там качал. Сейчас посмотрим. Не докачал, а, все. Огника мы только не докачали. Ок.
Окей, поехали. Тест номер два. Убираем стрелка, ставим сюда Химку. Посмотрим, что в этот раз будет. Интересно, интересно. Где-то плюс-минус одинаково идут, то есть получается, даже если брать то, что у стрелка больше урона за счет орнитоптеров, то Химка дает процентуально, и плюс у нее встроенный один талантик, то есть замедление. Сейчас мы проверим, кто же все-таки круче. Потому что герои бьют, в принципе, в полог. Восемнадцать секунд. Да ладно. Здесь получится, что еще Химка меньше набьет. Вполне может такое быть. И оно, скорее всего, так и будет. Потому что больше рандома было. Вообще, вот так вот. Непонятно. 1-1, ребят. Странно. Хотя предыдущий результат был намного лучше. Сейчас попробуем, может. У нас получится. Получить карту. Было бы неплохо. Ну, как оказалось, когда мы прокачали 20-е прорывы, все-таки круче. Почему так, не знаю. Посмотрим. К сожалению. Давайте еще этот разок. К сожалению, ничего нет. Ну, очень странно. Так, тут у нас кристаллы. Все свои возможности, скажем так, бонусные. Потратили, качать у нас. Ну, еще можно прокачать некоторые. Так, надо кулаков побольше. Так вот. Столько мне кулаков надо. 10 лямов. Нормально так. Так, что у нас по акциям сегодня? Ничего нового не добавили. Но все как обычно, они добавляют все в последнюю очередь. Хоть одного в первую, добавляют в последнюю.
вообще ни о чем. Все, пишите комменты, лайки, репостики, ждите следующих тестов. Всем удачи, всем пока.